Всем привет, друзья. Вот такая посылка из Китая пришла, я уже ее раздербанил. Здесь был конус Морзе, двоечка, в хорошем состоянии. И вот такой вот патрончик. Вот эта вот коробка от него. Вот в такой коробке оно все пришло из Китая. Вот так было замотано, оформлено. Вот как это стоит на станке, вот как это работает. Конус Морзе я поставил во фрезерную голову. Включаем. Вот он, пожалуйста. Уже сверло вставил. Работает прекрасно, без биений. Можно включить, продемонстрировать. Пожалуйста. Значит, вот я пробовал сверлить, вот как он сверлит. Давайте тоже продемонстрирую. Пожалуйста. Вот что тут получается со стружечкой. Ну, все хорошо. То есть я не стал дальше просверливать, мне это еще кусочек этот профиля нужен будет. Всем рекомендую. Ссылка на товар в описании. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.